осень, скоро зима, а в закормах еще пусто. Надо посмотреть, что там у соседей. Так, но пока они заняты делами важными, нам стоит проверить, что у них в заначке там, в мусорном ведре. Так, хорошие дорожки. Не надо через камни скакать. Так. Ага, никого. Сейчас глянем. Ну вот. Ведерочка любимая. Но в нем не всегда лежит деликатес. Кто там каркает? Никак не дадут сосредоточиться. Так, пусто, пусто в ведре. Ничем нельзя поживиться. Так. Ну ладно. Надо сходить, посмотреть, что у них там в ведрах. Рыбкой пахнет там. Сейчас, пока они там ее развешивают, мы одну утащим. Как? Как, рыбы нету? Кто забрал? Была же недавно. Была. Нету. Второе ведро закрыто. Но нам его не осилить. Так. Ну ладно. Как бы ушли уже. Пойду проверю, что там повешали. Так, вот это дела. Вот это дела. Так. О, хорошо висит. А достать-то как? А, ерунда. Так. А что нам молодыми не женатым? Сейчас. Хо, ты смотри. Вот гады-то. На веревках повешали. А, вот это то, что надо. Сейчас мы ее быстренько отчикаем. Крепко сидит, крепко. Вроде спокойно все. Ну ладно, давай-ка дальше займемся. Опа-на! Ох ты, черт! Ушла. Так. Ну, лежит на месте. Правда, тяжела. Тяжела ноша. Ну, попробуем сейчас ее с места сдвинуть. Ох. Мужик идет. Надо тащить. Тащить надо быстрее. Что надо тебе? Отдай. Это моя рыба. Эй, отдай, ну-ка. Ага. Сейчас кусну и узнаешь, чья рыба-то. Че, вам мало своей висит? Вот смотри. Ну ладно, вешай. Спрячу сейчас. И заново ее сниму. Думаешь, спрятал? Ха-ха. Сейчас я по второму кругу. Так. Вот ты смотри. Вот она. Обман. Ну ладно, сейчас. Глянь, может, что-то. Нет, все висят. Ну ты, елки-палки. Ты смотри. Чуть не упал. Ладно, повторим попытку. Опа. Ну что, все те же. А, сейчас попробуем ее опять. А, самая вкусная, вот. Где наши не пропадали? Вот так вот, шаг за шагом, и сделаю запасы себе на зиму. Спасибо соседям. Под домиком жить буду всю зиму и не буду горевать.